Так, теперь чедит звезда. Сейчас выпьем. Ага. И еще где-то один. Глянем на закрутки, просядет или нет. Это мне интересно. Если не просядет на закрутке, то порох отличный. В плечо долбит. Хорошо. А скорость? 384. И последний выстрел. Заряжал сам, навеска 1.6 на 34 была скорость, да, 395 выстрел, последняя атака 384, последний рез еще был, да, самый. Давай я пока его отключу, идем считать, 50 метров, 2.0 отъедет, честно сказать, скорость меня его не впечатляет. Все так же, как и люди пишут. 380, 300, так это на навеске 1.6. И сейчас у нас тепло. У нас сейчас 20 тепла. О, ну обсыпало на 50 метрах 2.0. Считаем. Честно сказать, что-то пока по этому пороху есть такие небольшие сомнения. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Так, следующие 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Чедит. Звезда 89 штук. Ну, честно сказать, вы видите все сами, своими глазами. Практически не отличается мишень от феттера. Практически. Там было 82, тут 89. Ну, немножко больше, может быть, из-за пороха, может быть, из-за дробь у меня самолитная. Но на 50 метрах практически отличие. Практически нет. Теперь сейчас мишень меняем и стреляем. Чедит драга, закрутка. Так, теперь три патрона оставшиеся. Чедит драга. 2.0 на закрутке. По банкам мы сейчас другое постреляем. Давай, вперед. Сейчас глянем, как он на закрутке будет сгорать. Скорость.
самая главная скорость интересует. 50 метров. Ага, а скорости нету. Давай еще стрельнем. Тоже выстрел хороший. О, а это скорость. Хорошая. Уже опять капсуля подбрихивает. Да, это же опять это все. CX чедит капсуль. И этот хороший. Наверное, капсуль. Подбрехивает. Что было? Хотя капсуля новые, только получил. Открой, вытащи. Ну, в принципе, 386. Первый выстрел был слабый. Ствол, сейчас да, я покажу. Это Чеди Драга на закрутке. Практически от звезды не отличается ничем. Чистейший. На, держи, пойдем. Кучнее закрутка или нет? 50 метров. Ну, если взять погрешность первого выстрела, возможно, капсуль. Хотя капсуля CX брал вот несколько недель назад, новые. То, в принципе, он не просел на закрутке этот порох. Поэтому... Ну, знаете, честно сказать, и картинка лучше. Очень ровная осыпь. Есть, конечно, окошки, но 50 метров. Считаем, считаем. Важный момент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, вот дырка. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Вот это что это было? Гляньте, как дроп помял, елки-палки. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Чедит. Закрутка 90 штук. Посмотрите на это зрелище. Дробь позастревала в мишени. А ну вылазь. Стоять. Ну, я согласен, она спружинила от баллона и отскочила назад. Видите, вот. То есть, а то сейчас вон сидит, вон. Некоторая спружинивая отскочила назад и осталась в мишени. Вон, гляньте, сколько ее сидит. Но меня другое интересует. Посмотрите, какая она мягкая. Вся мятая. Но дробь-то не мягкая. Дробь твердая. Очень твердая. 3:1 состав. Вот ее как мнет, даже твердую. Так, ладно, результат есть.